да? Это ханты-мансийская группа, которая поет на старотехасском диалекте идиша, который достался мне от моего дедушки. И поем мы такие песни, поем мы древние народные песни, это ритуальные песни, обрядовые песни, такие песнопения. Вот. Ну а первая песня у нас будет старинная народная баллада, которую переводил Самуил Маршак. Называется она огромное спасибо. Это был Дмитрий Скозырев по прозвищу «Говорящая гитара». Если вы еще что-то не поняли, мы должны пойти дальше. Вот. Это был Николай бас-гитара. Это был Руслан. Вы сегодня его видели, он очень незаметный человек, он притолился за стоечкой. Так вот, и все. Вот. Вторая песня у нас будет лирическая.